На заре ты ходил по росе утром ранним. Ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек. А дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась и гнулась дорога, и кричала мне эхо: не верь в тишину, ты эту не верь. А зори здесь тихие, тихие, пентами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. Шел май 1942 года. На западе, в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии, обе стороны, на 2 метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне. На востоке немцы день и ночь бомбили канал и Кировскую железную дорогу. На юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград. А здесь был курорт. На 171-м разъезде уцелело несколько дворов да длинный приземистый пакгаус. Немцы изредка кружили над разъездом, и командование, на всякий случай, держало там 2 зенитные установки. Когда вернется, вот чеботная. От тишины и безделья расквартированные солдаты млели, как в парной. В 12 дворах оставалось еще достаточно молодух и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. 3 дня солдаты отсыпались, присматривались. На 4-й начинались чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача. Это? Чего стряслось? Опять. Что ж ты? Ну что, Васьков, тебе выговор, а ползут на фронт, от греха подальше. И мне бы на фронт, товарищ майор. Даже не начинай эту песню. Все, отвоевался. Товарищ майор, да здорово я уже давно. Вон, война скоро кончится. А дети будут спросить: батя, ты на войне-то был? Что им скажу? Полдня воевал. С утра началось, к обеду ранили. Скажешь, живой остался. Другим мечтает на твое место.
Тебе все не имется. И потом, старшина, на тебя разъезд. Военный, так сказать, объект. Салвет, ты тоже. На войне. А как же картошечка-то, товарищ майор? Это не война. Это санаторий какой-то. Ладно, Восков, жди. Пришлите завтра других. Пришлите не пьющих. Ха, не пьющих. В отделении это почти 20 человек не пьющих. Фронт перетряси, и то сомневаюсь. Шлите не пьющих, чтобы это... Насчет женского пола. Евнухов, что ли? Не знаю. Начальство виднее. Врага добьем и сразу к тебе. Знаю, Ваша, сразу. Как приеду, сразу напишу. Ладно, Восков, будут тебе не пьющие. И насчет женщин тоже будет. Ну, гляди, старшина, если и с ним не справишься. Полозад! Машина! Семенов, сухпай, есть загрузили! Ну, гляди, старшина! Встретишься мне после войны! Не вяжи нос, Евграфович. Завтра новых пришлют. А вось недельку продержится. Спасибо тебе, Федот Евграфович. От всей души, с поклоном. Ребят на смерть послал, а сам тут окопался. Этой весной Федоту Евграфовичу исполнилось 32. И до этого он жизнь свою удачливой считал. Все-таки он со своими неполными 4 классами полковую школу окончил и до старшинского звания дослужился. Женился на санитарке из гарнизонного госпиталя, которая ему мальчонку родила. А тут как раз финская началась. И Восков на фронт уехал. После ранения, пока он в госпиталях загибался, жена завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Федот развелся с нею, мальчишку через суд вытребовал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер. И с той поры Восков улыбнулся всего-то 3 раза. Генералу, что награду вручал, хирургу, что осколок вытащил, да хозяйке своей, Марье Никифоровне. За догадливость. Ты что? Войско ваше прибыло. Наконец-то. 2 сутки разъезд без обороны. С командиром прибыло? Не похоже что-то. Ну, слава богу, власть делить уже нету. Погодите радоваться-то. Остановись!
Товарищ старшина, первое и второе отделение 3-го взвода 5-й роты отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Докладывает помком взвода сержант Кирьянова. Нашли, значит, не пьющих. Так точно. Товарищ майор, ну я. Так точно. Есть выполнять. Зенитчики, между прочим, по хатам жили. А мы не зенитчики. Мы зенитчицы. Новобранцы все? Или как вас там? Новобранки? Кто воевал, кроме вас-то? Обижайте, товарищ старшина, мы стрельные. Младший сержант Осянин, сколько там зарубок у тебя на прикладе? Недостаточно пока. Как звать? Рядовая Бричкина. Елизавета. Деревенская, что ли? Ну да, так точно. Ображаешь. Вот, пример берите, как с инструментом обращаться. Откуда будешь-то? Из Сибири мы. С Енисея. Близкий край. Чего ты пришла? Видишь, лисий состав размещаю. Так это... борщ готов. И что? Борщ. Вот, костынет. Да, и товарищ старшина, о помещении позабудьте, пожалуйста. В каком еще помещении? Кустов поблизости не наблюдается. Настоящее начальство. Не повезло нам, девчат. Один мужик, и у того койка занята. Понятно, что по хатам жили. И сам с хозяйкой на печи. Неправда это. Влюбилась. Втюрилась наша Бричкина, девчат. В душку военного втюрилась. Бедная Лиза. Всю свою жизнь Лиза Бричкина прожила в ожидании завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие счастья, даже когда ее вместе со всей семьей назвали врагами советской власти, отняли дом, хозяйство и с тысячами таких же крестьян-кулаков отправили в Сибирь. И даже тогда это не убило ее веру в сияющее счастливое завтра. Ну что, упыри, дармоеды, кровопийцы трудового народа. Скоро ваш дом, родной. До зимы у вас осталось 2 месяца. Кто успеет построиться, тот и будет жить. Уж лучше сразу бы всех постреляли, чем людей-то мучили. А это никогда не поздно. Ну так, сюда, говорю. Себе выдумал. Настоящего ты не видала. Значит так, из расположения без моей команды ни ногой, ясно? А за ягодами нельзя? Ягод еще нет. А чай? Товарищ старшина, нам без приварка никак, а то отощаем. Отставить. Вон, в излучине прорву его.
Зарику не ногой. Люда! Ира! В караул! Катя разводящая! Стоять! Это что такое? Где? Это что, я спрашиваю? Это называется развод караула? Развод нужно делать по всей строгости, по уставу. А устав? Устав для солдата это, ну... Шли бы вы отсюда, товарищ старшина. Нам еще прибраться надо. Цып-цып-цып-цып-цып-цып. А ты, Федот Евграфович, не очень-то утруждайся. Один ты теперь у нас остался. Вроде как на племя. Ты теперь... По дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю в другом. Такая у нас у баб насчет тебя договоренность. Полина Егорова, совесть-то поимей. Солдатка ты или дамочка какая? Вот и веди соответственно. А война, Евграфыч, все спишет. И солдат, и солдаток. От петля. Эх, выслил бы я тебя, Егорова, будь моя власть. Мы на реку, за щавелем. А я так погляжу у тебя и на этих-то. Власти не особо. Мария, у тебя самогон есть? Садись, дочка, садись.
следующий раз постарайся пораньше. Он до последнего глаза таращит, ждет тебя. Хорошо. Давай. Утром проснется, а тебя нет, опять расстроится. Ладно. Да. Осторожней там. А ну, если немцы! Откуда здесь немцы, товарищ старшина? Ремни. Что? Ремни снять! Трое суток ареста за нарушение дисциплины при фронтовой полосе. Товарищ старшина, здесь вам не хата, а казарма. Это что? Разве не узнаете? Демаскирует. Так приказ есть. Какой приказ? Соответствующий. Военнослужащим женского пола разрешено сушить белье на всех фронтах. От главнокомандующего лично. Разве не слышали? Нос. Зря стараетесь, Федот Евграфович. Они вас промеж себя старичком величают. Так что и глядите на них. Соответственно.
ящичек прыгнул. Брось, Рит. Все равно не попадешь, не трать патроны. Заряжен. Оставить! Ты что наделала? Я тебя под трибунал отдам! Фу! Товарищ майор! Я знаю. Сбитый самолет. Чья работа? Командир 2-го отделения, младший сержант Осянина. Молодец, Осянина. Жаль, так летчика живым не нашли. Спросить бы у него, что он с своим самолетом делал в ваших краях. Неужели сбился с курса? Может, разведка? А что ему тут разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь? Разрешите взять бойцов, прочесать лес? И оставить орудие без прикрытия? Разрешите самому. А вот это правильно. Может, что-нибудь дельное при нем найдешь. Ну, ладно, принимай пополнение. Товарищи бойцы, знакомиться. Осянина. Ну, Гарик, ты можно вас на пару слов? Женщины на фронте, сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания. Вот есть случаи, когда не выдерживают. Один штабной командир, женатый, между прочим, завел себе подругу. Член военного совета, узнав об этом полковника того, в оборот, мне приказал подругу эту, так сказать, к делу пристроить в хороший коллектив. У вас же, Маргарита, хороший коллектив? Понятно. Разрешите идти, товарищ майор? Идите. Командир отделения Осянина. Боец Гурвич. Боец Четвертак. Боец Камелькова. Мои. Поздравляю, пап. Сталин сам лучше? Да. И руку жал. Вот, передаю. Знакомься, Алексей. Моя дочь Евгения. Не верь ангельскому виду. Черт в юбке. Женя, подполковник Лужин. Вместе воевали в Финскую. Бойцы, за смелость, проявленную в бою, в уверенном мне гарнизоне объявляется банный день. Не очередной. Ах, везучий ты, Евграфович. Такой палисадник, и все тебе одному. Гляди, не надорвись, выполняй боевое задание. А то можешь помочь. Дурак ты, Макарыч, хоть и герой войны, империалистической. Ох-ох-ох-ох. Ох.
жалко. У тебя кожа прозрачная. Несчастная баба. Такую фигуру в обмундирование поковать. Красивая. Красивая редко счастливыми бывает. На себя намекаешь? Жень, да ты без лифчика ходить можешь. Ну уж нет. Красивое белье – это вообще-то моя слабость. Вот как надену сегодня, и старшине не устоять. Перед такой красотой никому не устоять. Ох, красота – это, Галка, человеческих рук дело. Я из тебя сегодня такую красавицу слеплю. Мы еще гимнастерочку шьем, где надо. Вообще будет глаз не оторвать. Если хочешь, я и тобой займусь. Да пошутила я насчет старшины. Пошутила. Бери его себе, так и быть. Жень, займись ко мной. Прижму сегодня старшину. Пусть погреет. И меня. Что, ему жалко, что ли? Отставить. Стыдно. Зря, Ритух. Пусть болтает. Занятно. Влюбляться, пусть влюбляется. Слова не скажу. А лизаться по углам. Этого я не понимаю. Не понимаешь? Может, расскажешь, куда ночами бегаешь? Женя, может, ты споешь? Девчонки, Женя знает столько песен. Ну чё? Нашел, куда он денется? Эк, она его сыгранула. Взять был живым. Он бы у меня быстро по-русски заговорил. Ну, как бабе оружие доверять? Так вдовая она. У нее к ихнему брату личный счет имеется. Разлук. В этот дом я привык приходить. Я теперь слишком старый твой друг, чтоб привычки своей изменить. Если я из далеких краев слишком долго известий не шлю, все равно, значит, жив и здоров. Просто писем писать не люблю. Ты крылатая песня, лети с ветром буйным родные края. Ждет ли парня, как прежде, узнай. Дорогая подруга моя, я и сам бы с тобою слетал, да с рассветом мне в бой.
совсем другая жизнь. Что случилось, Жень? Я уезжаю сегодня. Отца переводят в Таллин. Срочно. Маму, сестру, братишку. Всех из пулемета уложили. Обстрел был? Расстрел. Семьи комсостава захватили и под пулемет. А меня тогда эстонка спрятала в доме напротив. И я все видела. Последний упал. Так специально добивали. Жень. А как же полковник? Как же ты могла? А вот могла. Могла. Сейчас будешь воспитывать или потом, после отбоя? Неподалеку. Я потому сюда и напросилась, чтобы поближе к сыну быть. Сегодня опять пойду. А если увидит кто? Или на патруль не летишь? Ведь сгоришь. Ничего, я везучая. Ну ладно, девчонки, отбой. А то и правда не успею. Вот деревня наша. Лягунтово озеро. Кировская железная дорога. Беломорский канал имени товарища Сталина. Вокруг крестики да кружочки. Зачем это? Рит, ранее в карауле мы тут тебе собрали кое-что. Ну, сахар там. Концентрат у нас же все равно остается. А у тебя как-никак мужчина растет. Спасибо, мои хорошие. Я всегда любила, когда у меня мама что-нибудь вкусненькое приносила. Она у меня медицинский работник. Все дороги обозначены. Воркурку озеро, дорогу знают. И болото обозначено, что непроходимо оно. Сюда не знают. Все да не все. Комендант Тихого 171-го разъезда старшина Восков и знать не знал, что директива имперской службы СД за номером 219-702 с грифом «Только для командования» уже подписана и принята к исполнению. Эта директива предписывала проникновение элитного отряда СС на советскую территорию с целью произвести диверсии на Беломоро-Балтийском канале и Кировской железной дороге
преддверии крупного наступления немцев на северо-западном фронте.